Всем привет! Сегодня я хожусь на озере Круглом. Так уж вышло, что я забыл взять с собой штатив, поэтому снимать я буду все с телефона. Точнее, штатив я-то взял. Я не взял самое главное, я не взял крепление от штатива, на которое крепится телефон. Вот, так что как-то так. Зато петличку взял, это очень хорошо. Вот, планирую я быть 2 дня, но места я буду менять. Так что как-то так. Вот так вот заготавливаем дрова на ночь. Костер готов, уже смеркается, осталось, наверное, часик, и будет совсем темно.
Доброе утро. Ночью, в общем, поймал леща. На видео не успел снять это все дело. Все было очень быстро. Я не был готов к такому повороту событий. Вот, сейчас буду дальше ловить. Время 8 утра. В общем, пока я тут хожу, брожу за дровами, расскажу вам немножечко о своем будущем. Дело в том, что 2 ноября я ездил подаваться на визу рабочую польскую. Соответственно, она уже в работе. Я думаю, что очень скоро она уже будет у меня на руках. Вот. Для чего она мне нужна? Я поеду работать в Литву. Вот. Так что... Возможно, ну невозможно, я думаю точно. Скоро будут видео на канале с не с Беларуси, а именно уже с Литвы.
Ну, я еще создам отдельный плейлист, в котором буду рассказывать, как это у меня получилось, как там живется, вот, всякие нюансы там. Ну, в общем, может быть, кому-то это будет интересно и кому-то это, может быть, пригодится, как пригодилось бы мне, когда я только решил это все сделать. Вот, да, немножко грязноватый, тут такое бревно огромное нес. Ну вот, таскаю дрова себе на день. Ну и на ночь, возможно, сразу. В общем, что я сегодня буду делать, это большой-большой секрет, на самом деле, даже для меня. Потому что я, как всегда, рассчитывал на одно, получилось другое. Поэтому будем опять делать из того, что придется, что мне понадобится. У меня есть такие вот кабанасы размера XXL. Мне нужно их будет пожарить на сковородке. Я их для начала мелко нарежу. Вот, поджарить. Затем я буду делать бургеры. Кстати, вот я снимал когда про питошаву. Точнее, питобургер, господи. Что вы думаете, я захожу в ТикТок буквально вчера. И там, опа! Мой же рецепт, прям один в один, с таким же соусом, с таким же составом. Вот. В общем, кому-то зашло, походу. Ну, вот. Сейчас я нарежу просто колбаски, обжарю их на сковородке, затем возьму булочки для бургеров, их также поджарю, всю начинку у них положу и буду кушать. Я думаю, в принципе, выйдет нормально. Так, ну что, думаю, сосиски уже готовы. Да, микрофон пишет, я думал, честно говоря, что его не включил. Сосиски готовы, я их пока переложу в отдельную емкость. Нормально.
Thank you.